Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом «Шаман», на данный момент обрел огромную популярность благодаря патриотическим композициям. Несмотря на большую армию поклонников, артист сталкивается с немалым количеством критики и хейта. На этот счет певец успел высказаться, пишет Жарамак. С критикой своего творчества «Шаман» впервые серьезно столкнулся после выпуска пародии, снятой юмористом Александром Гудковым на песню «Я русский». Однако музыкант не собирается опускать руки и считает, что любые новости о нем, даже самые негативные, идут только на пользу. По его мнению, любая реакция на его творчество означает, что оно никого не оставляет равнодушным. К тому же я не только исполнитель, но и автор. Такая реакция на мое творчество мне приятна вдвойне. Еще и дополнительное привлечение внимания. Лишняя раскрутка не помешает, высказался Шаман. Ранее Шаман рассказал, как Бог помог ему справиться с жизненными трудностями.